Такие мероприятия отдел ГИБДД Саровской полиции проводит постоянно. И не от хорошей жизни. Несмотря на все увещевания, некоторые водители по-прежнему игнорируют правила перевозки маленьких пассажиров, успокаивая себя тем, что всегда так ездят, и ничего. А потом разбитая машина, дорогостоящее лечение и долгая реабилитация. Не пронесло. На территории Нижегородской области за 2020 год произошло 583 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. 10 детей погибло, и 50% ДТП произошли именно с детьми-пассажирами. Как показывает статистика нашего города и цифры, в прошлом году у нас произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, из них 5 детей были участниками дорожно-транспортных происшествий именно в качестве детей-пассажиров. Напомнить о важности детских удерживающих устройств сотрудники отдела ГИБДД решили с помощью самих ребят. Для учеников младших классов во дворе 12-й школы провели фотофлешмоб. Мальчишек и девчонок снимали на фоне рамки с хэштегом «Береги самое дорогое». Позже эти кадры опубликуют на официальных порталах Саровской полиции и других информационных площадках. Как призыв. Ребята постарше решили лично обратиться к водителям на перекрестке улиц Строителя Захарова и Музрукова. Самое дорогое в жизни – дети. Нужно всегда пристегивать к автокреслу, чтобы не произошло аварий и дети не пострадали. Мы дарим открытку на 23 февраля мужчинам и памятку, что родители, взрослые, должны беречь своих детей, чтобы дети всегда были в безопасности. А также, если в машине есть ребенок, мы дарим светоотражающий значок. Точку в профилактической операции «Береги самое дорогое» поставил говорящий круиз по улицам города на полицейском автомобиле. Через систему громкой связи ученик 12-й школы Андрей Рыжов рассказал автолюбителям о том, что в Сарове проходит профилактическая операция автокресла детям, и в очередной раз призвал родителей соблюдать правила перевозки юных пассажиров. Уважаемые родители, соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте всегда скоростной режим и соблюдайте, конечно, правила перевозки детей в автомобиле. Берегите самое дорогое, потому что дети для нас действительно самое-самое дорогое, что может быть в нашей жизни. Константин Перевозчиков, Константин Островский и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.